Салют, с вами Ресторатор, это Versus Battle. Пошумим, блять, раунд. Салют, представься, пожалуйста. Меня зовут Мирон. Кто сегодня твой противник? Мой противник, мой старый Дик Райдер. Я начинаю. Салют, с вами Ресторатор, это Versus Бабы, пошумим, блять. Что-то я не рассчитал свои силы. Ну да ладно, начинаем. Салют всем, с вами Дэн Чейни. И Ресторатор. Это слово СПБ. И Versus Battle. Сделайте максимум шума. Пошумим, блядь. А мы представим судей. МС справа, представься. Оксимирон. Никто не верил, но это происходит. По итогам жеребьевки начинает Оксимирон. Первый раунд. Пошумим, блядь! Я здесь чисто по фану. Поглумиться над слабым. Ты же вылез из мамы под мой дис на бабана. Обличительный пафос — это пшик против папы. Эти рифмы писал мне. Пьяный крипл под спайсом, ты смешной. Слишком длинный, откровенно нескладный. У тебя телосложение, как у беременной цапли. Непропорционально, как твой хайп и твой вклад в рэп. Не облако в штанах, ты лишь мода, как клауд-рэп. На пару сезонов, где твой чокер, а чё? Ты же не хочешь выйти из моды, словно шмотки, волчок. Тот-то ещё. Год назад тебе дал мощный толчок. Одним твитом станет тем, кто нынче тебя смоет, толчок. Это ирония судьбы. Не правда ли удивительно? Прежде чем кого-то батлить, я сначала должен хвалить его, чтобы вас убедить, что он мог бы стать победителем. Чтоб МС завафлить, вы сперва должны полюбить его. Я сработал на ура. Я знал, что год ему нужна фигура Джокера, что против меня полная луна взошла. Город за него, в колоде новый персонаж. Но я сам себе режиссер, я тебя создал и снял. Я Брюс Уэйн и Кристофер Нолан в одном. Роли готовы давно. Твоя прописана от и до. Мне был нужен враг, вуаля. Ты опереточный злодей. У тебя отклеился ус. Да, ты Джокер, но в моем рукаве. Побрей себе туз и подготовься. Аркам предоставляет ночлег. И откуда у тебя эти раны, знает мой член. Ведь... Ведь я мастер раскрутки. Ты на кастинг наткнулся и сразу стягиваешь трусики. Ты правда продюсер? Да, я правда продюсер. Я тебя сделаю, сын. Ты анально в рабстве. Зови меня Фадеев Максим. Ведь это жирный пиар. Я выпускаю из клетки тебя за нитки. Как кого знать, что ты марионетка в руках еврея? Ты больше года хайпил на мне. Окей, хайпа не жалко. Жалко, что ты жалкий лакей. Что ты сам не сумел подняться на дне. Остался никем. Твои фаны злятся, что я не выпускаю микстейп. Твои глаза сказали, что ты батл писал в декабре, потому что школа — слово! Самая слабая площадка в стране! Да, мы про слово СПБ. Вас поимел РБЛ. Меня могли бы вынести... Вас поимел РБЛ. Меня могли бы вынести за Бетти, Рэпс и ПМ. Если бы постарались. Только вы, бездари все. 30 недель на текст и фейк, мол, наконец-то засел. Писал декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Ты думал, текст, ток, тек, найн, воу. Я писал неделю плюс-минус 2 дня. Я боюсь тебя в 30 раз меньше, чем ты боишься меня. А ты не бойся. Ты не бойся, у тебя что, на кону олимпийский? Десятки людей на зарплате с петербургской пропиской, что все зависят от батла имхана, если слить его? Но готовиться месяцами для МС унизительно. Все заучено, красава? Нет. Человек, измученный Рамзаном. Бадибай. Человек, измученный Рамзаном. Когда я вызывал его, он типа за идеалы был. Но за год ты стал сученый, слава. Что мне может вообще предъявить человек, повторивший мой каждый косяк? За всего 1 год. Я в игре 9 лет, ты мне лишь помогаешь, слизняк. Ты как и я изменился? Хотя продажи как были. Ты как и я извинился?
Но тебя даже не били. Ты... Рилток, ты стал, как я, коммерсант, но на словах комиссар. Как я бы против Рэпстада, но фитовать с ними за. Мы в чьей отчасти лицемеры уже хотя бы потому, что меняемся каждый день. Что раньше являлось тру, со временем изменится. Может, полностью, но твоя переоценка ценностей шла с небывалой скоростью. Оп, и ты на сцене. Оп, фит с ЛСП. Оп, низкие цены на шмоту ВТСД. Флоу пишет рецензии. Все хорошо, Ирил, но за год кот подземный стал ровно тем, что корил. И твоя идея, как ляля, кровью истекла. Ты кидаешься камнями, сидя в доме из стекла. Был в подвале, но протек чердак, ты в поиске стен. Мечешься из замка в замок, но ты их строишь на песке. И показушный детсад. В твоих бэушных текстах. Так очевиден всем, поверь, мне было скучно писать. Рядом с тобой даже Джонни Бой был трушный пацан. Открой... Рядом с тобою Джонни Бой был даже трушный пацан. Откройте с ним кальяно-барбер, суши, смузи, вейп-бар. Анти-хайп? Это вагабунт. Это вагабунт. Для тех, кто грузит в глуши на Windows 3 с модема, не умея куки включить. Надо набрать больше членов, так вам букер внушил. Открой концертное эскорт-агентство Booking мужчин. И это вроде хихи, но правда режет глаза. Он будет много говорить, но ему нечего сказать. Ты можешь выкопать грязь и моих мертвых друзей, перемывать кости с бельем, варить свой черный кисель, выяснить с кем, сколько раз и в каких позах я спал. Но если ты сделаешь это, то ты тоже просрал. Вот у него есть девушка по имени Саша Дискотека. Саша Дискотека. Сколько прекрасных панчей, это не важно, сколько прекрасных панчей я мог бы зафигачить про это. Или про жену СТ, это так трогательно. Но я пришел сюда, чтобы батлить не ее, а тебя. И не твоих родаков, не мамин банковский счет, не случайные половые связи. Фаллон не в счет, вот он, фаллон не в счет. Фаун не в счет. А кто берет слухи про близких, чтобы выиграть вес, просто показывает, кто на этом ринге отец. Подумаешь, Кет, тебе светит лишь форс в МДК. Сколько лямов я сделал за год, спорят Forbes РБК. Ясен-красен про меня сплетен вагон. Я даже бросил группе, вдруг они проколят перед этим гандон. А после сольют наши фотки журналу «Окей». Это темная сторона славы. Как и его поездка полгода назад на Пхукет. Опа! Что? У меня тоже есть птички. Ты что, упоротый? И в отличие от твоих... Ты что, упоротый? У меня тоже есть птички. И в отличие от твоих, у них есть микрофоны, петлички. Ты что, упоротый? Он думает, только бы не история про Golden Resort. Братан, это не позор. Это не позор. Скажем так, очень недолго и в меру невинно, но у него там был друг... Под кодовым словом «танцор». Не совсем массажист, не совсем визажист, не совсем экзотический дансер, но проблема в другом. Как две капли воды он похож на типичного транса. Дайте мне папочку. Где папочка? Вот. А теперь я прошу сюда выйти всех тех, кто реально в резорте увидел Карелина. Ладно, походу сегодня их нет, но еще лишь немного, и вы бы поверили. Батлы по фактам. Батлы. Батл по фактам. Батл по фактам. Батлы по фактам. Подарок для любителей врать. Какая правда? Важно лишь убедительно подать. Если будешь копать за шквары в мусоре копаясь, то представляешь не слово, а подслушанное Хабаровск. Итого. Итого. У тебя есть две линии атаки. Либо обвини меня в чем ты как минимум хуже, это клиника. Либо как киники с собакой, будь и выдумав, гнили про меня, обосрись тут же, гнойный. Твои слова... Воздух один. Ты похож на идти, но приземлился в Грозном, поди. Сюда просто борзо зайти, но так же просто в утиль. У тебя был хороший год? Еще не поздно уйти. Раунд. Нет!
Второй раунд, Оксимирон! Поехали! Дайте шуму! Йоу! Он сказал, что не слушал Горгород. Что? Но весна покажет, кто где срал. Весь твой первый раунд — это пересказ трека «Кем ты стал». Think about it. Нет. Окей, let's go. Это не так. Это так? Нет. Переслушай трек, братан. Я слушаю. Короче. Йоу! Дайте майк, начинайте сайфер, давайте хайпить. Давайте мать, задевать, врать, воровать и байтить. Ушат тюрьма, выливать на братьев, густрайтер найден. На ритм срать, но на битве стать популярнее знати. Так что не надо, хватит сравнивать нас. Я по тем временам был анти, ломал их рамки морали ради того, чтоб срать обыватель и первооткрыватель. Лучше бы я оставил тебя спермой на кровати. Ведь то, что было свежо тогда, еще в года, совсем другие, теперь, увы, не смешной стендап. Одно дело табу нарушить, толпу наружу, вывернуть слушателя силой слов, выесть им душу. И другое дело конвейер говна. Без какой-либо цели, у тебя идея одна. Как можно больше лайков, разве не проверенный факт, что как Эрнеста, ты и сам хотел на телек тогда. Это окей, я не сужу. Хотя и как-то противно твое двуличие. А впрочем, ну что будет, жулью? А я из принципа ни разу не выступил на корпоративе, потому что мне плохо слышно, когда люди жуют. Не был на радио, на телеке всего один раз. Хотя запросов каждый день, будто в личке от лолей. Был бы ты на моем месте, ты бы точно сейчас пел в золотом огоньке, говоря, что чисто потроллить. True story. Чтоб ты понял масштаб, я не стал фитовать с Major Lazer за 15 лимонов. Ты за мелочь от спонсора станешь сосать черный болт, как писатель лимонов. И мне скажут: Мироши, ты крейзи. Нет, я просто не люблю Major Lazer. Мне скажут после: ты осел, но true, фаны знают, я ценю их, Окси Тентасьон, у меня тоже 3x, эй, ты пропадешь, как мой микстейп, много сомнений, Мирон, эй, кто любит пенисы в рот, гей, у тебя новый релиз, эй, у тебя сотый релиз, эй, если твой рэп это рэп, то мой рэп это если со мною кричи, смотрите, молчит лишь слово СПБ, пустословы СПБ. Я к вам не приду никогда, будто в школу МВД. Андердоги батл рэпа, нет, вы снобы без лаве. Злободневный батл с Шурыгиной, дно из СПБ. Нет, я даже не спорю. Версус тоже зашквар. Бодро начав полгода, как скатился в полный кошмар. Думал я, стану молчать, дав тебе строчку про них. Дамы и друзья, но ты засрал то, что со мной у вас сдвиг. И это не кинжал в спину. Просто изи. Бля, как я и говорил, вообще пиздец. Давай, продолжай. И это не кинжал в спину. Саня, вспомните с Яном. Сколько раз кряду я вам объяснял это прямо. Раньше Версус был местом, где открывали талант. Теперь он место, где каждый бездарь срубает бабла. Где можно как Ларин, обосраться в прах и пух стада блогер-фанов и так отлайкают 5 минут славы. Оффбит? Пофиг, релоуды, репосты, БМВ, БПМ, рэперов меньше, чем спонсоров, Шапито, а рэп Хагакуре, путь Бусидо, я нужу про культуру, будто я укушен Редо. У старика... У старика бомбит от успеха Хаваны с Эльдаром. Да нет, просто у всех ваших кумиров один гоустрайтер с Фрешблада. И я не ради протеста, я не хип-хап полицейский. Когда не обижает мертвых, то Хаван молодец, но коль вы блогеры и комики, и в батлах проездом, давайте честно и указывайте автора текста. Изи, изи, real talk, real talk. Но я верю, Версус воскреснет. А что ни слово, то блеф. У меня и Санька наберется зашкваров. Но только раненый лев.
это все еще лев, а здоровый шакал остается шакалом. Че ты думал, что я от кого-то боюсь? Твоих шуток и панчей за Майя с берсерком, братюнь. Я видал и не такое, клянусь. Утешай себя тем, что за вами подземка и что вы снова на коне. Но я в роли НТВ. Кто здесь хочет всю подноготную про слово СПБ? Хелышный. Тогда послушайте о том, что было 5 лет назад. Не было версуса и слова. Рэп кричал «That's what's up». Андрей Михеев, знав, что я с 2008 года следил за King of the Dot и о том «Хайду» сказал. На проводе Краснодар. Мы скайпили 3 часа. Советы, вопросы, как им писать на батл текста. Я помню, как объяснял, что от фристайла устал, что такое схемы и флипы. Как надо правильно встать, и мы оба болели этим. Собственно, вот и вся история, как в инете такой проект родился. Я стоял у истоков слова. «Поцелуй кольцо». «That's what's up». Ведь я был консильери у Дона Антона, вашего крестного отца. Чё? Каждый, кто спрашивает, что, не знает историю. Короче. Антон Забе. Чё, не хочешь целовать кольцо? Как предсказуемо. Он же вам не авторитет. Вы же типа организуете свой отдельный батл-квартет. Только Чейни, мозги не пудри. Ты знал, я нейтралитет соблюдал всегда, но вы дурите всех. Ты, Берсерк, вы не просто ушли от Хайда, предав отца и проект. Вы сперва зарегали тайно свои права на проект. И я слышал эту историю. И я слышал... Real talk in this bitch. Короче, вы сперва зарегали тайно свои права на проект. И я слышал эту историю от тебя и от PLC. Ты оправдывался как мог, но я прямо тебя спросил, есть ли Хайд с PLC? Правда, эксплуататоры слабых, фашисты, а вы невинные жертвы, рабы франшизы. Почему вы не создали батл с новым названием, а украли у них и зарегистрировали как крысы? И знаете, что он мне ответил? Честное слово. Восточная Римская империя, помнишь? Перед 17.03 мы с тобой сидели. Корешка Пати, вспомни. Восточная Римская империя тоже не стала менять название, когда откололась от Римской. Ну ты, Дениска, нехороший человек, редиска. Когда мы с ним тусили, я кошелек держал очень близко. И спасибо за курс истории. Мне прочитано и бескорыстно. Только пафос и демагогия не помогут. Увы, Денис, ты бежав, с корабля украл в попыхах дырявую шлюпку. Набрал команду карланов, толкал нам годами клюкву. И вы ходили к нам не дружить, а чисто хейтить. Ваш ручной негр Стефан и карманный жид... И вы... Тихо. Яу. И вы ходили к нам. И вы ходили к нам не дружить, а чисто хейтить. Ваш ручной негр Стефан и карманный жид Эдик. Вы... И карманный жид Эдик, вы навсегда в тени большого брата. Вы калька, даже под алка. Ты ресторатор на минималках. Вы не... Вы... Вы не слово, не версус, фальшивый филиал вы, самозванцы, налога по кругу, чужие лавры. Сдохни, слово СПБ. Вы построили тайник, думали, скроете от них свою историю, но сори, бро, я вскрою гнойник. Есть алхимическая формула, что наверху, то и внизу. Если крысы владеют словом, то чего вы ждете от слуг? И в тебе, словно в микрокосмосе, отражается слово полностью, вся завистливая назойливость, пополам с уязвленной гордостью. Что еще остается гнойному? Вечно троллить, да вечно против быть. Только, сударь, когда вы троллите, вы не боретесь, вы мне вторите. Раз по кайфу за май, без проблем, продолжай затевать меня в суе, бро. Болтовнёю про хайп с антихайпом не спрятать отсутствие сути сказуемого. И я не знаю, зачем в тебе Джубили обличал напускной пофигизм.
Я не знаю, зачем тебе батлил Эрнест, как будто ты злой коммунист. Ты же просто пустой, абсолютно пустой. Ни черта за душой, мне жаль ее. Ты читал про макак, но ты тоже примат. Примат формы над содержанием. Диск на релиз, на микстейп, на ремикс. У тебя до того недержание, что понос без говна. Это просто вода. Вместо жопы твои два полушария. Ты не бяка, ты слишком хрупкий. Ахиллес, черепаха. Пятка. Быстро впитываешь, как губка, но я выжму тебя, ты тряпка. Вы бюджетная версия Версуса. Ты забавный косплей на меня. Ждем заставку, где Чейни на Лексусе едет к бару 1702. СПБ. К бару 1702 меня сложно забыть, невозможно задеть. Мажу тупо все ваши потуги. Мисс России Оксана Федорова. Соня здесь в роли страшной подруги. Я не пати-мейкер. Я бади-бэггер, анти-фейкер, оригинал рашен-хейтер, мать-еврейка, мой батя, как батя Дрейка, бича айскид, как граймкид, ты фокинг пейган, кеннинг, мать его таун, Е-16, бэйб, кеннинг, мать его таун, Е-16, бэйби, Слав, тебе пора в кровать собирать наклейки, хоть убей, вам не понять, как делать с кайфом треки, ведь ты умеешь только батлить и писать ремейки, а я универсальный солдат, в клубе не станет солдаут у вас, пока тьфу, ты мои слюни стираешь со лба, дурень тут правда семья, Обик и Драго, друзья, мы три мушкетера из романа Ремарка с Дюма, и как там у вас, па, в твое лицо из РПГ, ваш хваленый легион гипсокартоны ДСП. Вы же просто балаболы с подростковым ЧСВ версус то, что никогда не сможет слово СПБ. Вот и все. Вся история с хроникой. А теперь за меня эпилог зачитает мой мертвый хоуми, а.к.а. Николай Гумилев. Вот про вас. Когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, когда точно розовое пламя слово пролетало в вышине. Но забыли вы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Вы ему поставили пределом скучные пределы естества. И как пчелы в улье запустелом дурно пахнут мертвые слова. Версус! Оп! Ебой! Мне не зашкварно. Слово СПБ! Финальный раунд, Оксимирон, добивай! Вон! Дайте еще раз! Ну, о боже мой. Вы заметили? Третьи раунды жесткие. Все МС туда вносят интригу. Но я задрот. И пожертвую раундом, черт с ним. Хочется просто поговорить о книгах. Ты можешь пока поспать. Сейчас унизишь меня, да? Не-не-не. Есть... За Жака Жене, да? Есть великая книга. Тысячеликий герой. Есть великая книга. Тысячеликий герой. Держу пари, ее продажи подскочат. Я прочел ее в Киеве этой дикой весной, как в запое, уйдя в одиночество. Меня бросил язык мой, был полный тупик. Ты не знаешь, что это такое. Все гадали, бухает или готовит релиз. Я же просто сидел на балконе. Это средние рифмы, правда? Ну и что, ведь за ними правда. Эта книга меня вернула. Я осознал, что еще живой. И,
Меня вернуло, я осознал, что еще живой, да, серьезно. И она же сподвигла когда-то Лукаса на создание «Где обе звездных войн». Е-е-е! Суть проста. Во всех мифологиях, всех религиях, сколько найти, и в основе любой истории есть один и тот же мотив. Кто-то слышит далекий голос. Он выходит из дома один. Он идет по дороге из города. В темный лес, где полно паутин. На пути он встречает монстров. Бьется с ними он также один. Он пока не герой, он боится всего, но он все продолжает идти. И в конце он приходит к логову. Будет сложно, но он победит. И дракона убив, он вернется домой, но уже не тем, кто уходил. Он поспит немного базару ноль и опять в путь дорогу заново. И на этом построены комиксы. Сериалы, культуры, пласты, наркотрипы и антиутопии, сказки, басни, скульптуры и сны. И настолько, что если сравнить египетский миф и бандитский Петербург, вы увидите путь одного героя под личинами этих двух. Путь героя — чудовищ фигачить, брать сокровища, строить капище. Он герой не потому, что качок и боец, а потому, что не может иначе. Я помню первые батлы в России. Там считалось, что нужно врага, чтобы вынести наверняка, обложить километрами стояка. После в дело пошла деконструкция. Все врага развинтили старательно. Но под всей психологией кухонной лежит коллективное бессознательное. Да ладно. И за каждым любым, даже хоть бытовым, проявлением негатива двух отдельных людей виден древний мотив – столкновение архетипов. Никуда не ушли герои, никуда не делись драконы. Даже если их битва в офисе между степлером с драконом. И герои с драконами очень похожи. Их путают, но погоди. Есть отличие в корне. Ведь лишь у дракона нет своего пути. Нет идей, нет идеологии. Его роль это быть врагом. Он сидит себе тихо в логове, выдыхает с дымом огонь. Почему, например, у Джокера нету собственного кино? Есть у Бэтмена, Кэтвумен, Бэтмена с Робином, а у него ничего. Почему нет игры, где ты типа грибок, и ты прыгаешь на Супер Марио? А если была, это был бы прикол. Миллионы в игру не играли бы. И ты понял, к чему веду я. Мой анализ тут крайне прост, гнойный. Ты лишь еще один уровень. Но никак не финальный босс. Потому что герою не стыдно сказать, я с изъянами, я уязвимый. И поэтому люди в нем видят себя, а в тебе им себя не увидеть. Ты змея, ты боишься меня и себя. Твой единственный шанс отшутиться с тебя, ты увертливый гад. Зацепиться нельзя, только это твой баг, а не фича, чувак. Насчет программиста. Потому что сарказм — это панцирь. Броня, чешуя. Только где ты, товарищ? Я читаю с открытым забралом, друзья. И поэтому ты проиграешь. Может, карта легла так, и карма говниста. Но ты отыграл только антагониста. И в этом трагедия славы Машнова, Карелина. Дальше по списку. Ты не антигерой, ты вообще не герой. Вызываешь сопереживание ноль. И топы, увы, не пойдут за тобой. Ты для них в Инстаграме подписка. У тебя нет пути. Ты задействовал мой, но забыл, что в моем была искренность. Батл-рэп, черный юмор. Играем. Где же гнойный за стебом и за анонимностью? А его просто нет. Либо где-то исчез. Ты скопировал все, даже этот мой жест. Мистер постмодернист. Ты компостный дерьмист. Твой удел быть МЦ для торжеств. И... Fuck that. Можно не шуметь. Твой удел быть МЦ для торжеств. И, быть может, заметил кто-то, в моих раундах нету мата. Как же так? Меня спросит Готэм. Ты же автор той самой цитаты. Очень просто. Я батлю контуженного, дико тусклого пасюка, а не цензурная брань жемчужина великого русского языка. Окей? И, допустим, сегодня, может быть, ты даже сможешь меня убить. Я смогу. Я поеду дальше стадионами. Да. Ты продолжишь меня троллить. Да. 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 Да.
охуенный. Охуенно же. Занимайтесь своим делом. Похлопаем поэту. Халифы на час, главари на миг. Смотри, они готовы кичась покорить Олимп. Чё? Мой торт со свечами горит вдали, я так стар. Для меня Black Star означает Талиб Квали и Мос Деф. И че... Нормально. Талиб Квали и Мос Деф. И чей-то голос шепчет мне: брось рэп, оставь чистым свой след. Раньше, чем вы родишься, как бро степ, но слепит скопище лист контровой свет. Визги, слезы, белье, мы бойс-бэнд, а ты критик с дивана мамин. Слушай, Иван Гай, как сказал когда-то Сталин, критикуешь — предлагай. Ты врубишь дурака, будешь быковать, неважно, ведь пока ты в моей системе рэп-координат. Если ты когда-нибудь предложишь слог альтернативный, потому что стыдно в 27 лет жить чужою парадигмой, то на собственном пути станешь героем нарратива. А пока ты просто то, что моя жопа породила. Слава, слава, ты... Бойкий и ласковый, но мой орган из глотки вытаскивай. Ты был просто достаточно длинной грушей в моей подготовке к дизастеру! Раунд! Слово СПБ. Третье, финальное слово. Слава КПСС, сделайте максимум. Пиздец, ты самовлюбленный, братан. Я грайм. Но если задать в Google, грайм, выдаст мой видос со слова. Вот как ты продвигаешь грайм все эти долгих 4 года. Злишься, что я называю свою хуету граймом? Ты настолько тупой, что даже не просек приколы. Дебик, я забрал у тебя самое любимое, словно киднеппинг, ведь благодаря мне играем в России, это батлы с фастфлоу. Чё? Думаешь, я доебался из жалости или чтобы прославиться? Я просто угораю с тебя, ебаная лысая карлица. И меня вполне устроит статус артиста ВКонтакте, пока ты не выкупаешь, как у постмодерниста в ломбарде. Ты эмигрировал в Россию, но твои волосы в бешенстве. И они съебались в Европу, будто сирийские беженцы. Дальше в программе насчет твоего арийского шнобеля. Если вдруг решит уйти, ну, как в рассказе у Гоголя, сразу съебется в Израиль, чтобы там стричь лавандос, ведь это ноздря выглядит, как пещера, в которой родился Христос. Бля, только ты можешь не батлить целый год. Тебе татушки посвятили мальчик-гей. Мне нужен легкий способ бросить батлить, ведь я ебу таких по пачке в день. Передо мной красный карлик, словно увидел в телескоп Бетельгейза. Осыпаю градом панчлайнов, называю этот флоу Мейвезер бодибэк. Ведь я чаще играю в батл-рэп. У меня зашкаливает счетчик фрагов, как при игре в лазертек. Нахер всех! Хочешь три за нигилизм, но отрицалу видно сразу, он сияет изнутри. В жопу мейнстрим! Кричал тот контркультурщик на батле с Дуней. Теперь на примере меня пояснил, почему этот путь никакущий. Это плачевно и дурно, но зачем же мне бурно кипящий кал? Я отшивал даже вечерний орган. Отшивал, да? Ты же не зря из евреев. Тут трушный, а там за ширмой ты отказывался от коммерческих предложений, чтобы дождаться наиболее жирных. А ты, бро? К Урганту он все-таки пошел, но был в студии возмутительно милым. Но одел рубашку с дебильным принтом. Вот это ты показал этим корпоративным свиньям. Так их нахуй! Культурный террор! Не ждали! Если его позовут на Дом 2, он наденет сандали с носками. Какой нахуй шоу-рум? Засунь в очко себе биржевую сводку. Я скручиваю тебя в шаурму и хавану забиваю в глотку. Довольно! Ты так прирос к образу святого паяца, что тебе будет немножечко больно, когда я начну отрывать его с мясом. Моя связь с Рибок, чтобы сделать что-то новое, а не просто денег на фанах. Берут старую модель кроссов, лепят окси лого, повышают цену в 2 раза. Блядь, ты за это сражался? Ну так ты в проебе по шансам. Ты был голодным, Эмси, съел других и в итоге зажрался. Это реально жалко. Смотреть, как одинокий и несчастный 30-летний дядька тащит из зала в гримерку фанатку. Блядь, это обращение ко всем девчонкам. Ты так любишь песенку Мэра.
Не знаешь про рэп постмодерна. Так любишь девочку, пиздец, и ходишь когти на концерт, но знай, и принц бывает мудаком. И если и видит в тебе принцессу, то как дракон, в любой момент он может утащить тебя, ебать, в пещеру. Да, в твою маленькую пещеру. А что насчет батла с Шоком? Он был мне как брат, я никогда не стану делать из этого шоу. Достойно, не срать тех, с кем двигались вместе. Но посрался с ЛСП и вел себя как Бузова на лобном месте. Ты снял часовое видео, чтобы полить бывшего артиста говном. Значит, то же самое ждет твоих нынешних артистов потом. Логично. И в конце он сказал, если надо, мы решим все по-другому. Это не 2013, мы уже не те. Серьезно, гордись, что стал таким брутальным, что можешь отпиздить ЛСП? Может еще пнешь по ебалу Джарахова? Или выложишь фанатским перепихон? Боже, да даже самый пиздатый транс не прикладывает столько усилий, чтобы казаться мужиком. Играть в ковбоев, сука, брось этот опыт. Лишь горбатой горе ты был бы вождь красножопых. Ты читаешь хип-хоп, а не грабишь банки. Если вокруг тебя дохуя стволов, это значит, ты гуляешь в парке. Ты забыл, что такое ненависть. В бифе ты безобиднее инвалида в кресле каталки. Мрази принимали мою доброту за слабость, блядь, словно из твиттера районной давалки. Обзывал Сашу тамадой, а сам, чтобы повеселить народ, читал свой батловый куплет на корпоративе «Серебро тамада». Тамада! Будет легко доказать. Будут еще конкурсы. Тушим свет. Мы проигравших сошлем в бутырку. Давай, после истории с Чечней я лучше всех попадаю карандашом в бутылку. А ты так и живешь на пафосе творца культуры, да? Без самоиронии, без угара. Порча Акелло промахнулся, когда ссышь мимо писсуара. Самовлюбленная мудила. Тут не театральные подмостки, но ты провел за зеркалом больше времени, чем Андрей Тарковский. Все эти песни, что только про себя. Как ты в одиночестве, с мешком полония. 6 классов подряд. Не пытался понравиться тем, кто сперва презирали тебя. Сомнительная хуйня. Снимаешься в фильме «Жигана»? Это весьма красноречивый симптом. Походу, это единственный в мире даун, у которого еще и стокгольмский синдром. Как генерал Власов, ты просто мразь и предатель. Ведь когда пришли новости из Берлина, ты поменял лагерь. Отбросил друга быстрее, чем шаурму. Гангстер, я бы не доверил тебе спину, словно ты пьяный тату-мастер. Тебе было 15. И все это ради зрелища стадионов и гудящих толп. Для эго твоего размера олимпийский подходящий гроб. И когда я думаю... И когда я думаю, стоп, не может быть, ведь Оксимирон, он же куда умней. Я просто вспоминаю, что тебе нравится Леха Медь, что ты хвалишь Мози Монтану и мечтаешь собрать олимпийский. Блядь, ты разборчив во вкусах, как малолетняя путана на вписке. Как же он, блядь, бомбил, когда не смог подписать Бамблбизи? Тот выбрал панчи до рифмы. У вас на букинге проблемы, Бизи, русский Лил Пип. Но МС тебе не мемы, чтоб их пиздить на рип. Блять, хочешь заработать на букинге? Проще заработать на букере. Ты стреляешь плоско, как в платформенном шутере. Вот Рэмдига пел за Донбасс. Из-за него люди шли в траншеи. А из-за тебя только Ургант нарисовал себе хуй на шее. Жил над словесной рудой в штольне, но пафоса так дохуя, словно учился с Путиным в одной школе. Только вперед! Только развитие! А развитие к чему? К западному звучанию? Но такие биты, как у вас, нынче делает каждый чайник. Качеству? Ну мы слышали твои треки, сам признался, что сводили левой пяткой на коленки. Ну так что, стадионный рэпер, куда ты идешь? Ты не рубишь на запад окно. Ты, блядь, гамельнский крысылов. Ты всех тащишь на самое дно, как и вся ваша новая школа. Я наслушался этого вдоволь. Если хочется сделать как там, то откройте франшизу «Макдональдс». Если есть уже Good Kid, Mad City, нахуя мне Горгород в плеере? Отвечать на
творческий вызов, на который уже ответили, это как на второй разок заварить себе чай в пакетике. Можно, но уже не то. Стрёмный варик для нищих рэперов. Только нищих на новые смыслы. Ты не Кендрик Ламар в России. Ведь за весь твой творческий путь нихуя, кроме рефлексии. Я своей фигуре весь написанный материал. Ты так много пиздишь о культуре, но хоть где-то ее осмыслял. Нет, даже в санной песне про вейп мы сказали намного больше. Весь твой рэп... Даже в самой песне про вейп мы сказали намного больше. Весь твой рэп ни о чем, потому что он только о боксе. Так что нахуй тебя и нахуй Versus вместе с вашей послушной толпой. Лучше я сдохну ебучим ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой. Ты такого могу дальше? Отдать тебе. Спасибо. Пить из одной не буду. Ребят, тишину. Тишину. Сейчас судьям будет нелегко, но это их решение. И они голосуют, как они хотят. Дмитрий Егоров. Жалко. Сейчас громко буду говорить, чтобы всем слышно было. А, Слав, ты не прав. Ну, подождите. Окей. Пока есть вот такие батлы, жанр не умер, он не умрет еще долго. Yeah! Хотя бы из-за того, что люди будут это смотреть. Огромное спасибо. Ну, я бы из другого континента прилетел. Просто даже посмотреть. Кто победил? Спасибо. Раунд про Versus был потрясающий. Победил Слава. Следующий голос от Лакоса. Поддержим? Наверное, много скажу. Баттл охуенный, конечно, очень понравилось. То, что ждал у Оксимирона, второй раунд, я считаю, охуенный, на самом деле, по экспрессе, по подаче. Я со многим как бы не согласен. И все это я, в принципе, знаю. Мне, ну, было как бы неудивительно это слышать. Третий раунд, если ты видел баттл Хайда Чейни, по вот этой насказательности, он по теме, наверное, похож, в принципе, на там вот эту поэзию. И немножко лозунговый. Но ты говоришь, что критикуя, предложи, я считаю, что Слава Гнойный сегодня предложил баттл, там, панчлайн на панчлайне, второй, третий раунд. Ну, это просто... Да. Поэтому на первый раунд довольно. За кого? За Гнойного. Честь. Спасибо за батл, парни. Сегодня был сильнее Гнойным. Следующий голос от Женя Бэткомедиан. Поддержим! Надо сначала объяснить. Я мало знаю MC слева, знаю MC справа. Я смотрел пару основных батлов, все батлы, как обычный обыватель, смотрел все батлы, парочку батлов. Я очень мало знаю про Слово и знаю про Versus. Не пиздите меня после этого. В общем, первый раунд за, по моему мнению, обывательскому, за Оксимироном, второй, третий за MC слева. Руслан Белый. Слушайте, я человек новый в культуре, и я честно, я, ну, не фанат, не смотрел, я что-то смотрел чуть-чуть в теме, но не более того. И вот эта битва, это было очень круто, крутое погружение. Я прям в течение всей битвы так начал понимать, что у вас тут происходит, и это было очень круто. Я думаю, от этого всего, я не знаю, кто вас там победил в вашей битве, но я думаю, от этого победил русский YouTube 100%, потому что... Рэп не знаю, но... Мое мнение, что первый раунд был за Гнойным, и прям с большим отрывом.
Второй раунд был за Оксимироном, тоже с очень большим отрывом. Но потом я долго думал, как принимать решение, и сослался на слова одного из батлеров. Это то, что, наверное, батл все-таки качество и величина, количество панчлайнов. Поэтому в этом плане, наверное, Гнойный на сегодня победит. Теперь будет историческая хуйня. Будешь петь после меня теперь? Не, не буду, но историческая хуйня. Респект. В общем, впервые. Это был Versus Battle, победил Папа Гусь.